В первый день зимы по всей республике зажглись праздничные гирлянды на новогодних елках. Столица Южной Якутии не стала исключением. Несмотря на сильный мороз, на церемонию зажжения пришли сотни нерюнгринцев. Дети и взрослые с радостью ждали встречи с новогодними персонажами. Нерюнгринцев поздравили с началом зимы сразу 8 Дедов Морозов из всех поселений района. В 18 часов зажглись огни елки на площади Ленина. Также гостей ожидало мероприятие, множество веселых конкурсов и театрализованное представление. Деды Морозы увезли символ холода в поселке, где также зажгутся новогодние елки, и таким образом продолжится своеобразная эстафета. Я не замерзла. Мне понравилось, как зажглась елочка, и встречать с Дедом Морозом и Снегурочкой Новый год. Не могу расстаться с этим самым ярким праздником и веселым. Я его ждал очень давно, и я желаю всем нерюнгринцам счастья, чтобы все желания сбылись. Отметка в минус 30 градусов также не стала преградой для жителей Ленска, чтобы посмотреть на зажжение елки. После торжественной церемонии для самых юных ленчан помощники Деда Мороза организовали подвижную игру, а также раздали сладкие подарки. Теперь, как признались ленчане, у них появилось новогоднее настроение. Дед Мороз и Снегурочка. Очень хорошо, но сразу поднимает новогоднее настроение. Готовишься, и как будто будет уже завтра будет Новый год. Властелин холода Чисхана и его внучка Харчана по доброй праздничной традиции зажгли новогоднюю елку культурно-спортивного комплекса. Одним из конкурсов фестиваля «Зима начинается с Якутии» в Тиксе стал праздник строганины, на котором все гости смогли попробовать излюбленное лакомство. Завершением мероприятия стали игры для детей и хоровод.